Вот такой вот белок приехал. ОБД. Мне он нужен, чтобы сбросить ошибки. Так, сейчас я попробую открыть. Так, вот пакетик. Так, он запаян сейчас-то. Тут в пакетике есть диск. В принципе, я без понятия для чего. Ну, вот, скорее всего, для подключения к компьютеру там руководство должно быть. И сам блок. Такой вот белочек. У меня уже был подобный, но его залило, и он банально покрылся ржавчиной и перестал работать. Так. У меня как раз вот здесь вот есть подключение. Все, подключили. Заводим машину. Вот у меня горит ошибка. И чтобы ее бросить, мне нужно, ну, посмотреть хотя бы, в чем проблема. Раз белок нужен. В принципе, и все. Сейчас через программку на телефоне подключусь и посмотрю. Вот, буквально пару минут, и больше нет ошибки. Ошибка была в катализаторе. Ну, она у меня постоянно появляется, особенно когда воздух плохой.